Глава Самары Елена Лапушкина в своем телеграм-канале обращает внимание на просьбы жителей проверить состояние воздуха в Волгаре. По результатам анализа проб на стационарном пункте наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в конце августа были зафиксированы многочисленные превышения предельно допустимых концентраций сероводорода. Все эти данные направлены в компетентные органы для принятия мер, подчеркнула глава города. В ближайшее время Елена Лапушкина приедет в Куйбышевский район и проведет встречу, на которую приглашены все заинтересованные органы власти и организации. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки предоставляет единовременную выплату родителям близнецов, зачисленных в первый класс, говорится в телеграм-канале ведомства. За ее оформлением нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления госуслуг, МФЦ или в районный отдел по предоставлению мер социальной поддержки населения по месту регистрации до 30 ноября. Необходимым условием предоставления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в городском округе Самара. В телеграм-канале Кировского района Самары напоминают, что в Самарской области работает горячая линия по номеру 122. Операторы контакт-центра консультируют жителей по вопросам, связанным с организацией медицинской помощи, записывают на прием к специалистам, предоставляют справочную информацию и регистрируют обращения граждан в единой информационной системе. В связи с проведением мероприятий в честь Дня города будет ограничено движение транспорта вдоль набережной и у площади Куйбышева 10 и 11 сентября, сообщают в телеграм-канале Департамента транспорта. Автобусы маршрутов 61, 207, 247, 261, 24, 92, 34, 80, 226 и 297 проследуют по скорректированной схеме движения. Запланировано проведение порядка 150 мероприятий. Подробности доступны по опубликованным ссылкам.